Интересно. Давай, Воронеж, давай, давай! Вообще прям. Давай, Воронеж, живи! Второе отделение, впереди третье. Юбилейное шоу, все дела. Так, сейчас мы вам тут такое расскажем, ребят. Небольшая лекция. Бегом, бегом сюда, бегом, бегом. Значит так, жили-были разные фестивали. И на них были совершенно разные форматы, абсолютно. Например, был формат дефиле. Это когда ходят люди туда-сюда, показывают свои костюмы, становятся в красивые позы, их фотографируют. Были сценки, были вокальные номера, были танцевальные номера. Но именно здесь, в Воронеже, в 2007 году зародился формат, которого не было до этого в России. И это формат дефиле люкс. В честь юбилейного фестиваля вы увидите удлиненный 50-минутный блок «Дефиле люкс». И мы хотим сказать вам, перед тем, как эти волшебные люди начнут сносить сцену из-за кулисья, что здесь не только огромная сценарная работа ведущих, но и также огромная сценическая работа с каждым участником. Все, что вы видите, это плод огромного коллективного труда. И мы очень рады, что вы поддерживаете этот формат, потому что на самом деле этот формат, так же как формат сценок, в стране сейчас терпит не лучшие времена, но благодаря Ростову, Воронежу и еще нескольким фестивалям этот формат живет. И вы ярко этому подтверждение. Юбилейное «Дефиле люкс» на Всероссийском фестивале «Москанимации» в Воронеже. Встречаем! Расчехляйте объективы!